Тело ребенка удалось обнаружить с помощью беспилотника. Волонтеры отряда «Феникс» приступили к поискам еще 26 января. За специальной техникой обратились к коллегам. Из Москвы прибыл пилот с необходимым оборудованием. Сделал снимки в зоне поиска пропавшего ребенка, и группа просмотра обнаружила тело погибшей девочки на фотографии. Как сообщают «Новгородские ведомости», ребенок был в домашней одежде. Тело нашли в огороде. Его обнаружили на соседнем участке в районе проживания семьи. Назначены судебно-медицинская и иные необходимые экспертизы. Следователи изучают все версии произошедшего, устанавливаются обстоятельства и причины смерти девочки. Ранее главным следственным управлением следкома было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». По подозрению в совершении преступления задержаны мать ребенка и ее сожитель. По ходатайству следствия они арестованы судом. Как сообщает Следственный комитет, установлено, что семья состояла на учете в системе профилактики. 7 детей были ранее помещены в социальное учреждение, а девочка 2020 года рождения была оставлена в семье. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств трагедии. Работу ведут следователи и криминалисты Центрального аппарата Следственного комитета России.